Еще один тройной тулуп к какому-нибудь прыжку добавляешь, что прыжок вообще не засчитывается и нулевая стоимость. А сейчас просто стоимость этого еще одного тулупа она уходит. То есть прыжок не уходит под полный ноль. И теперь есть возможность показывать себя, но я же умею, почему мне зайти это не сделать. То есть вы же не знаете, чем весь удивить мир и тренеров, испугались за нее? Конечно, конечно, когда я увидела вот место выезда, который должен быть, а вдруг она опять взлетает наверх, конечно, я не думаю, что такое. То есть я же какие-то тоже морально, какие-то силы у меня уходят в эти прыжки, и вдруг я вижу там еще один прыжок. Но нет, это пугает. Но она говорит, что я ее спрашиваю, зачем? Она говорит, я не знаю, у меня драйв. Мне прям, меня прет, мне хочется. Назад мы абсолютно с тренером друг друга поняли. И у нас началась работа абсолютно в унисон, и мы уже точно понимали. То есть я подъезжаю, мне говорят замечания, и я понимаю, что именно от меня требуется, и я это исправляю. И между тренером и спортсменом должно быть такое понимание, и без этого не будет результата просто-напросто. Там практически с 6 лет, по-моему, веду, и она так как губка впитывает. Это понятно. То есть я себя вижу на соревнованиях вот так вот. Да. Ну, смотрите, не мало, все помню. Женя в кляре, да, ну это уже был, по-моему, то ли второй, то ли третий год, как я у Виталия Георгиевна каталась. Тогда я как раз-таки учила тройные, и когда очень много падаешь, ну, на льду же снега много, и все время одежда белая. И я все падаю. Виталия Георгиевна сказала, что тебе нравится так падать? Ну, давай попадаем. Положила меня на лед и возила по льду. Я дергаюсь, ору. Она рычала, пыталась встать, но невозможно встать, когда тебя ноги подняли. Не то, что она там обижалась и заканчивала рабочий процесс. Да, ну, я хотела подпрыгнуть, а не... А колено? Можно вот это вот колено оттянуть туда? Как будто тебя кто-то туда за ногу. Подстройся. Каждым последующим стартом все больше вживаешься в образ и все больше начинаешь чувствовать ту историю, которую я катаю. И короткая программа у меня, я считаю, олицетворяет то состояние, которое у меня сейчас. Мне 18 лет. И это вот возраст такой вот между детством и уже юностью. И в середине моей короткой программы можно понять, как у меня меняются эмоции, и то, что мировоззрение тоже меняется. Это вот ее эмоциональность, умение передать. Я считаю, что Женя по актерскому мастерству, наверное, номер один у нас в женском катании. То есть она абсолютно, она передает состояние. Я чувствую ее историю где-то до мурашек.
Поэтому я смотрю на нее и не сказать, что копирую, а вот просто преподношу что-то свое и беру что-то у Жени. Да вы обе в ручки, вы обе не умеете прыгать. Вы только готовы раздавать интервью, какие вы прекрасные. Поехала, сделала лук. Сделала, ты ей ответь. Я иногда расстраиваюсь, то, что у меня не получается, но иногда бывает такое, что не обыгрываю, а как бы иду на уровне. Алина, почему на правой ножке только прыгаешь? Вялая, Алина. Оп. Алина, а не хочешь докрутить хотя бы 2,5? Нет? Не входит в твои планы? Можно, да? Не, ребят, на самом деле, у вас должен быть азарт, должна быть радость. Радость каждой тренировки, радость нашего там общения, радость этих прыжков. Да, больно, падаете. Но вы посмотрите другие виды спорта. Блин, у нас ерунда, по сравнению с ними. Женя, терпеть. Алина, опять косолапая левая ножка. У меня на тот момент прыжков как бы мало выученных. И мне надо было учить их. А это не очень приятно там падать, там себя отшивать. Поэтому иногда я приходила, у меня просто не садиться не могла, то есть гематомы были очень большие. Я не знала, что значит работать, мне надо было себя заставлять. А весь детственный, 3 пока под коленкой. 3-4. Терпишь? Да. После того, как Катерина Георгиевна меня выгнала, значит, ну, не судьба, значит, надо завязывать и ехать обратно в Ижевск. Ну, купили цветы, поехали к Катерине Георгиевне, сказали то, что спасибо вам большое за все, но мы уезжаем в Ижевск. И она сказала, ну, давайте еще раз попробуем. Совсем остановился. Она к Луцу подошла. Вот сколько раз ее просили посмотреть. Глаза вообще никуда, в кучку. Алина, это плохо. Это плохо. И потом опять я вижу, что те замечания, те какие-то опорные точки, твои ошибки, которые тебе говорят из раза в раз, они опять все на месте. Вот какая у тебя ошибка постоянная на кольце, на вращении? Какая? 8. Ты сейчас сделала? 7,5 ты сделала. 7,5 оборотов, и ты опять поползла. У нас вот весь сезон мы боремся с этой ошибкой, что мы не можем еще полоборота. Сделай 8,5, если ты считать не умеешь. Скажи, что тебя просили после заклона? Вот прямо просили тебя. Что? Посмотреть куда? Не только посмотреть, но и куда надо попасть в музыку и куда посмотреть конкретно? Куда тебя? Куда? Вот сюда, в центральную точку. Ты посмотрела? Ну, быстрее. А куда ты посмотрела? Да вообще никуда. Вот куда-то туда ты, вот на радиорубку. Вообще в другую сторону, и точки не было, и в музыку не попала, и ты даже не вспомнила. Ты должна кататься для нас, ты должна смотреть на нас. Мы на тебя, ты на нас. А ты не видишь. Да в общем-то не имеет значения, сколько грязи. Не, ну, конечно, это борьба за то, чтобы попасть в десятку у тебя. У меня там еще такая история была, то, что я сломала сначала руку, а потом поехала на спартакиаду и сломала там ногу.
То есть, а потом училась заново ходить, потом заново кататься, и у меня прыжки все растерялись. Вот. И мамы не было рядышком, чтобы поддержала. Поддерживала только по телефону. Я живу здесь с бабушкой. То есть вся моя семья в Ижевске. Это тяжело, конечно, но сейчас уже я знаю свою цель в жизни. Знаю то, что если я чего-то добьюсь в фигурном катании, то я тем самым помогаю своим родителям. То есть, что это не пришло напрасно все это. Взяла ты такой. Алина блогер. Алина Загитова, вы что? Алина Загитова, блогер. И сегодня у нас в гостях Евгения Медведева. С чего начать? Поближе подъезжай. Поближе. Есть прыжки. Смотрите. За руку, если взять. Фигурное катание всегда движется вперед, и даже если 3 года назад, вот, если взять. Прыжки с руками наверх, это было что-то вот из ряда вон, просто что-то экзотическое. Если сейчас посмотреть, то девочки, которые выступают сейчас на юниорском уровне, уже спокойно все эти элементы выполняют, и порой даже этим никого уже не удивишь. Да хватит имитировать, давай уже делай. Я не хотела бы отставать от нового поколения, и я тоже буду совершенствоваться. 17 лет, а я уже говорю подрастающее поколение. Мне кажется, это ужасно. Всегда так, да? Что? Ну, зеленка везде. Ну, это просто новые коньки. Не нужно снимать цифры. Да не снимай, я цифры не видно. Ну, кстати, нормально. Даже в одежде все. Смотреть. Нет. Я загораживаю. Загитова, ты чё? Я на 500 похудела. Многие говорят, что, ну, типа, что тебе можно и пирожные там есть, и вообще все что угодно хочешь есть, и все равно и так худая. Но тут, ну, как бы связь другая, это как бы мы худые, потому что мы себя держим. Вообще в нашем спорте играет роль, наверное, даже там 200-300 грамм, то что мы прыгаем и, так выражаясь умными словами, аэродинамику прыжка нарушать, это даже не очень хорошо. То есть сильно в минус плохо, и большой плюс тоже плохо. Жень, давай! Приоритет для вас. Перестояла весь заход, к бортику подъехала. Как можно, вот что это за положение тела уже было? И ехала уже тяжело.
почему сложно быть спортсменкой, которая будет от старта к старту показывать очень хорошие результаты. Знаю. Почему? Потому что нужно постоянно работать. Надо постоянно работать. Так хочется заслуженно отдохнуть. Не хочется. Как только ты начинаешь заслуженно отдыхать, ты не делаешь ничего. И это не потому, что ты не делаешь ничего. Никто не делает ничего. Ты себя просто перевернула. Не было прыжка, долго садилась, на правой ноге не было ничего. Как-то мне что-то не получалось, прыжок какой-то. Я пришла со льда, бросила чехлы и сказала, я больше сюда не приду. Ну, естественно, это было так сказано со злостью. И, естественно, я, как я могла не прийти туда опять. Я и сейчас злюсь, когда у меня что-то не получается. Я думаю, что это очень сильно заметно. У меня даже не такие мысли, то, что не получается, все, я все это бросаю, все, мне это ничего не нужно, что я тут мучаюсь. Нет, таких у меня мыслей нет, у меня наоборот. Когда что-то не получается, значит, я завожусь настолько, что я понимаю, что пока я не сделаю, я не успокоюсь. И то даже когда у меня получается, я не успокаиваюсь, потому что оно должно получаться, получаться и получаться. Джерри, кто там? А, утки какие! Утки, утки! Ой, все, спугнули. Я не жалуюсь на то, что у меня не было детства. У меня было детство, у меня были все те же самые игры. Салочки, догонялки, прятки, вышибалы. Только все это было в спортивном зале, а не на детской площадке. Джерри, чё ж у тебя так слюни-то текут, ну? Джерри. Свободное время свое я провожу довольно-таки спокойно. Я не люблю шумные компании, я не очень люблю большое скопление людей, поскольку это все-таки высасывает энергию. Для меня лучше всего завернуться в одеяло и сидеть смотреть фильмы. И меня абсолютно все устраивает, я восстанавливаюсь и получаю удовольствие. Ну, у меня только по понедельникам один выходной неделю. И обычно я хожу в школу. Больше половины дня я провожу в школе, то есть это с 10 до 5. Все дела нужно помещать в выходной, поэтому прям совсем свободного времени. То есть абсолютно, чтобы я могла делать все, что я хочу, у меня не так много. Я уверена, что у мамы нету такого ощущения, что зачем я ее отдала фигурное катание. Я не жалею. Нет, естественно. И иногда ты жалею насчет графика сопутствующих мероприятий. Ну, я сама занималась и ее отдала заниматься. Но занималась я с 4 лет, до 14 была травма и закончила. Как многие фигуристы заканчивают. Раз в неделю вообще мы должны встречаться. У них же и выступления, да, и тренировки. В общем-то, не каждый раз, конечно, я вижу. Хотелось видеть почаще, но, к сожалению. Помним, что делаем сначала, да? Выписываем сначала. Да. Доминантные признаки и какие еще? И? Рецессивные, да. И что написано о родителях? Матери гладкие волосы. Так. А у отца вьющиеся волосы. Оба родители имеют нормальное зрение. Каждое соревнование – это, естественно, адреналин. Это я бы не
действовало то, что прям полный захлёст эмоций, которые затмевают разум. Но волнение присутствует всегда, и порой даже на прокатах и тренировке это нормально, это спорт. Наоборот, это чувство как-то добавляет изюма. И без волнения, наверное, соревнования были бы не такими интересными. Где-то дает советы, где-то поддерживает даже, можно сказать. Мы с ней общаемся как подруги, но не на льду, конечно. На льду уже сама за себя. Я очень переросла морально. У меня появился какой-то соревновательный опыт. То есть, если я выходила раньше на первенстве, у меня просто не было. Здесь было очень много народу, и это для меня... Просто шок, и у меня ноги вот так вот тряслись, я не знала, что я сделала, я сама себя не ожидала. Попаду даже в пятерку, но это был для меня очень большой сюрприз, то, что я попала в тройку и стала второй. Просто эмоции зашкаливали, когда я хорошо откатала, но я это не очень хорошо показывала, но у меня было все в душе, все творилось в душе. Вот. Конкуренция существует только на льду. Потому что спорт – это спорт, жизнь – это жизнь. Когда девочки выходят на лед, и понятно, что там такой накал страстей, что
там не до дружбы. А вот когда уже выходишь со льда, сразу же меняется обстановка, и намного теплее и дружелюбнее все. Но спорт – это спорт. Это такая вещь, в которой нельзя давать себе слабину.